Ого! Пошло, пошло, пошло. Все. 52 марионетки выпущены на волю. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King and Fire, Бульбазавр, стаканчик, книга, Абгаймок. Пацанчики, скажите крутые слова. Я хочу пицца. Сегодня будем убегать и выживать от классных NPC-аниматроников, потому что это не обычный NPC, а с другого дополнения. Они будут даже по-другому себя вести. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Golden Freddy. Давайте посмотрим, как они будут себя вести. Я даже не знаю, как... будут они бегать, не будут. Должны, по идее, бегать. О, слышите, у него есть анимация. И что это? Знаешь, он дергает головой, как параноик. А ну ударьте его, может что-то случится. Получается, что... Это что? Теперь меня постоянно убивают. И меня убил. Он всех убивает. О, он начал ходить, смотрите. Он начал ходить, да. А, он на расстоянии всех убивает. Ого, как он... Я даже не понимаю, может, а если стоять на месте, не двигаться? А ну встаньте, не двигайтесь, будет мочить? Да. Офигеть, ребята! Напишите в комментариях, нравятся вам такие NPC или нет. Мы, наверное, добавим их в коллекцию. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Странно они себя ведут, но при этом нормально. Убивает? А может, на него нельзя смотреть? Давайте отвернемся все. Да нет, он ничего не делает. Нет, я не знаю, почему так происходит. Он двигается, когда вы отворачиваете. А, смотри, сразу убивает. А что это такое? Я отвернусь. Он очень быстро бегает, но довольно неповоротливый. На него нельзя смотреть, а когда не смотрю, он меня не убил, а вас убил. Нет, не в этом дело. Да, в этом. Хочешь меня убить еще? Хорошо. Давайте дальше. Сейчас в конце все равно сделаем мощное выживание. Сейчас мы посмотрим, на что они способны. Вначале они что, просто появляются и стоят на этой карте, да? Ну ничего не делает. А ну ударьте, ударьте, побейте ее эту. Хорошо, попади. О, смотрите, кровяша, видел, как это выходит с нее? О, да что, с места что ли? На расстоянии, а давайте спину убьет. Ого, какая быстрая. А где она? Она о, как для мангла она быстро лазит. Она на меня хочет убить, она меня хочет убить. На меня хочет убить? Да, да, давай. Эй, даже не подползла ко мне, просто убила. Пошла, пошла, пошла. Хорошо, давайте следующий. Пупеть, марионетка. Так, как обычно они стоят, я пойду подальше отойду. Потому что она сейчас начнет всех... О, на машину запрыгиваю. Сразу. О, сейчас она начнет ходить. О, пошла, 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 психичка. Как-то они странно двигаются. Но при этом не так, как обычные NPC. Прям есть какая-то у них логика. Нет, пацаны, так это не работает. Да что она такая медленная? Я думал, маринетка прям жесткая будет. Нет, убила! Они очень быстрые, но они неповоротливые, они вокруг. Ну убивает всех, ты заметил? Да. Давайте, давайте. Хорошо. Той Бонни. По башке ему сразу настреляем. А если я буду далеко, он убьет меня? Если я буду прям далеко? О, за мной, пацаны, выдвинулся. Видишь, как он ускорился сразу? Получается, он что, идет ко мне вовнутрь в пиццерию, зная, где я? Давайте проверим, зайдет он ко мне сюда или нет. Да, он пытается в дверь зайти. Мы ему поможем, окей, вас. Давай. Давайте, помогайте ему убить меня. Ну, что ж еще делать? А не вижу. А где он? В центральном входе? Он глупо, он двери не убил. Он около офиса. Он около офиса где-то хорошо. Так, 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 я иду. Я возле офиса. Я в офисе. А куда он ушел? Так, так, так. Он пропал. Мне так, страшно. Подождите, а где он точно? Хорошо, давайте другого. А да, он был. Просто исчез куда-то. Так, у нас кто еще? Той Чика. А, кто первый стрелял, затем она и будет бегать. Все, погнал.
Давай, мочи, надо отойти подальше, потому что она на расстоянии всех бьет. Она если так буду далеко стоять, убьет или нет? Нет. Она здесь на остальных дистанциях убивает. Ну, ничего не делает, просто бежит. Так. О. То и Фредди, це я удалил. Так, так, так. О, пошел, пошел. А куда пошел? Да, вылезай с машины. Давай, 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 мочи его. А то сейчас пивком тебя выпаду отсюда. Так, хорошо. Да. О, а если мы поставим просто шкатулку, что будет? Сейчас мы удалим. Вот шкатулочка, как ее разархивировать? А, ее, скажется, заряжать не надо. Давайте подождем, может вылезет? О, вылезла, смотри. А что она дальше будет? Так и будет в коробке или что? Нет, это что-то убивать всех. А я не буду на нее смотреть. Я не смотрю на нее. Километр бьет. На километр бьет? Не, видишь, она уже далеко не бьет. О, шкатулка удалила, она начала лазить. Да, кстати, я не могу ее удалить. Ну что, выживалочка начинается, пацаны. Они сошли с ума. Надо, надо. Вот это жесть, мы их наставили. Самое главное, они вначале стоят, а потом начинают просто жестко нас гасить. Ой-ой-ой-ой, я вовнутрь. Ну что, идемте прогуляемся. Я, пацаны, вас всех на крыше жду. Давайте на крышу все. Так. Потихоньку спускаемся. О, привет. Идем. Их там много, да? У входа, да. Так, я их закрываю. А, блин, сразу нельзя закрыть. Давай в офис, пацаны, все в офис. Блин, дверь не закрывается сразу, мы так сдохнем, чувствую. Ну, если честно, я камеру не знаю, как долго она будет ставиться, но там камера. Ага, долго-долго, они провод перегрызли. Чё-то да. Никого не наблюдаю, но я их поставил много штук. Да. Ой, мимо пробежал. Зря я это сделал. Чё, не вовнутрь будет забегать? Побежал, 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 псих. О, поставил. Ого, он побежал, смотри. Нифига себе они разгоняются, да? Как-то быстро очень. Да, о, за пацанами. Они так разгоняются. Давайте, давайте, мочите пацаны. Ого, отлетел. Я вспомнил, мне надо хлеба купить. Блин, а если он сейчас зайдет сюда? Отлично. Фух, не пугай меня, Нига. Я очканейшн. О, я на улице, где самая веселая нас. Чё они просто стоят? А, по ним надо пострелять. Позлить их надо. Ну? Чего нас не гасите? Эй, они не хотят нас гасить. О, давайте я вселюсь в одного из них. Ого. И что будет? Я стою. Бегать не могу. Ого. А чё они не бегают? Что за баг? Хорошо. Давайте тогда поставим всех Фредюшкиных. Нет, 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 это прям жестко. Давайте вот этих. Так, я думаю, хватит, да? И теперь по ним постреляем давайте, что будет? Каждого по очереди в голову. Пошли, пошли, пошли за мной, передали тому. Так, пацаны, тут машина, вы что, не видите ее? Давайте удалим машину. О, движ пошел. Че, все за мной? Не-не-не, за челиком, который по ним стреляет. You crazy, you crazy. Вот это жесть, если я сейчас воспалю обычных NPC... Нам не сдобровать, они прям всех будут мочить. Но эти, видите, немножко попроще. Они убиваются вообще или нет?
Убейте, убейте его. О, давайте шары АР-2. Да слышь, сдохни! Они будут входы все, несколько фредиков столпились. Я дверь закрываю. Это жесть! Это. Ого! Давайте пройдем. О, убили, убили. Так, ребята, сейчас я удалю. Сейчас мы сделаем волну обычных NPC, которые обычные у нас, самые стандартные. Не вот эти дополнения. Вы готовы? Сейчас будет немножечко не так, как вы думаете. Ну то ладно. Кого же поставить? Кого же поставить? С этого пака. Давайте, стандартный. А вот теперь, а мы возьмем обычный пак. Так, я лечу на крышу. И давайте будем наблюдать. Кстати, сразу хочу вам сказать, что эти аниматроники правильно бессмертные. Не, они бессмертные. Их невозможно убить. Как вам выживание с 52 марионетками? Ого! Пошло, пошло, пошло. Все. 52 марионетки выпущены на волю. Ого, они быстро все разбежались по карте. Они тут внизу. У двери столпились. Я иду к ним смотреть, что они там застолпились. Так, нам вроде бы сюда надо, да? О, я их вижу, удаляем двери. Я успел убежать! О, блин, это жесть, как жестко! Пацаны, я даже не буду возрождаться, хочу посмотреть, как вы будете умирать. Нет, я живой, я успел. Ого, их тут. Классно. Мы живем, пока мечта. До этого момента мы жили нормально. Ого, мужика, мне кажется, можно скример не убирать, да? Это жесть. А что это за туалеты? А что это за туалеты? Че, дрыщи? Какая-то очередь в туалет образовалась. Да? Ну нафиг. Да блин, ты смотри, что делает. А как вы думаете, их можно убивать или нет? Сейчас. Тварь. Их нельзя убивать, тварь! Да, это какое-то выживание, которое нереально прожить. Вот сколько секунд я простою? Да, на удивление долго стою. Смотрите, никто меня не трогает, Марине так. Просто сколько я простою? Никого. Все поныкались, на лицо-то запрятал. Прощай! Ха-ха-ха! Чё меня убило, а не тебя-то? И я думаю, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!